Я нагадую, що ми в прямому ефірі, і це програма «Важливо про». І що кожен глядач може долучитись до нас у прямий ефір за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Ілона Гвоздьова – відома українська танцівниця, педагог-хореограф, учасниця телевізійного талант-шоу «Танцюють всі». Переможниця шоу «Танці з зірками» 2018. А 10 років тому вона перемогла ще й на чемпіонаті України з фанку. Ілона народилася у Криму. Свого часу закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Заміжня, виховує доньку. Іланочка, моє вітання. Дуже дякую, що ви відволіклись від своїх репетицій, від прямих ефірів і завітали до нас в гості. Ви завжди така весела, запальна, у вас завжди світяться очі. В чому ваш секрет? Ой, ну, в первую очередь, конечно, хочу выразить огромную благодарность, спасибо, столько комплиментов. А секрет прост, это семья, любимая работа, когда тебя воспринимают, принимают, и зрители, скажем, тешат в овациях, ну, это так заряжает, и просто от недели к неделе я живу вот этим, наверное, любовью телезрителей. А як живе ваш чоловік з маленькою дитиною? Тому що я, коли дивлюся по неділях це шоу, ви знаєте, я не знаю, як переживають чоловіки або дружини, коли оці дотики, оці ваші погляди. Ну, танок – це дуже, воно таке чуттєве. Ну, за 10 лет роботи… Ви втретє вже пішли, да, так, на да, це шоу? За 10 лет роботи іменно в ТВ-шоу программах, мой супруг уже, скажем так, наверное, все-таки поверил мне, что это всего лишь работа. Потому что я каждый раз, приходя с эфира, я ему говорю, зайка, это всего лишь 2 минуты на паркете, это ничего не значит. Ну, это 2 хвилини на паркете и тиждень репетиций. Да, но в целом всегда мой муж знаком со всеми моими партнерами по площадке по танцам. Он в любой момент может приехать в мою студию и заходит он, естественно, на правах мужа и вообще все-все. Поэтому, в принципе, мне кажется, за 10 лет жизни с моим супругом я ему доказала, что в любви я верна ему, в работе я верна сцене. Скажи, будь ласка, звідки ця любов до паркету? Давайте поглянемось у дитинство. Ви з дитинства хотіли стати... Да, еще в 3 годика, когда родители с Крыма привезли меня в Днепропетровск, я вообще сама из Крыма, родилась в селе Останино, и сейчас, конечно, очень сожалею про всю эту ситуацию, но надежды умирают последней, вот, так что думаю, что все мои родственники увидят мою дочь, которой уже 4 года. Папа привез меня с мамой в Днепропетровск, и... Я пошла на танцы, потому что папа решил, что у меня кривые ноги. Я не знаю, почему он так подумал, но в целом он моей маме говорил, говорит, Нина, ну это же невозможно, ну посмотри, какая красивая девочка. Как уже сейчас показывают фотографии старые, да, просто я была очень худенькая, настолько худенькая, что коленки, прям, знаете, эти чашечки коленные, они выпирали, и, соответственно, ноги были. Ну, мне кажется, к 30 годам все-таки я выпрямила ноги, осуществила папину мечту, и да, я влюбилась в танец. И он меня не покидает до сих пор. Я помню, 15 лет это была бальная хореография. Я прозанималась потом, скажем так, так как я была из несостоятельной семьи, то нам пришлось выбирать или дальше идти заниматься бальной хореографией, но не поступать в университет, потому что это очень дорого, бальные танцы, это в принципе дорогой спорт, вот, или все-таки поступать и бросить танцы. Я решила соединить полезное с приятным и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств и продолжила учиться и заниматься танцами. Кто в дитинстве был ваш фаворит, на кем вы захоплювались? Вы знаете, наверное, моей вот такой прям звездой это являлся Майкл Джексон, царство ему небесное. Вот, он прям для меня такой идол был среди мужчин, потому что он укоризненно вел себя на сцене, при этом он пел, при этом нет ни одного, скажем так, на сегодняшний даже день, ни одного нет человека, который бы так его повторил. Его танцы, движения, вокал. И я... очень люблю Дженнифер Лопес. То есть для меня она просто пример
женской красоты, силы, энергии, ее повадки на сцене. Она дает фору, мне кажется, очень многим нашим молодым известным мировым звездам, при том, что, ну, в общем-то, в 50 лет я хочу выглядеть, как она. Вы будете краще выглядать. Ну да. Илоночка, яка вы як тренер? Вы знаете, как вы уважаете? Судя из комментариев всех моих партнеров и потому, как быстро они худеют на проектах, мне кажется, я очень строгий, требовательный педагог, но и в то же время понимающий. То есть, опять-таки, с опыта у меня 16 лет стаж преподавания. Причем это касается разной возрастной категории, от 3 лет и до пока танцуешь, как я говорю. Вот. Поэтому я такая и кнутом, и пряником, я знаю, как объяснить, я знаю, где пожалеть, чем подбодрить, где замотивировать. И все, все равно стараюсь делать это через улыбку, потому что люди, которые к нам приходят на этот проект, для них 3 месяца – это не только, знаете, спорт, там, это же праздник, это приключение, это что-то новое. Поэтому я хочу, чтобы каждый мой партнер, вспоминая эти 3 месяца, вспоминал не только синяки, ушибы и каждую неделю взрыв мозга, но это что-то легкое, прекрасное, от души танцевать, и ну, это круто. Как вы згадуете минулого року свою перемогу? Вы знаете, это что сон. Відчували? Это был сон. Я в момент оглашения результатов я не понимала вообще. Мы вслушивались в слова Юры Горбунова и пытались понять, то ли мы выиграли, то ли это пара, которая не выиграла. То есть и у нас, ну, у меня такое шок. Было шок, состояние шока, потому что я так долго к этому шла. Мне даже в какой-то момент показалось, что я хочу этой победы больше, чем моя звезда. Но, может быть, это сыграло и в плюс. Потому что я к этому долго шла, и эмоции, ну, это, знаете, это эйфория, это непередаваемо. Ты, вот вроде бы у тебя столько много слов, я столько всего готовила, и когда мне дали микрофон, я смогла сказать там 3 слова. «Мама, спасибо тебе за меня». Игорю я сказала «Спасибо, Игорь, за тебя», и «Папа, я молодец». Все. Это все, что я смогла сказать, но, мне кажется, это были очень глубокие слова. И в целом желаю всем моим конкурентам и учасникам ощутить эти эмоции. Ви втретє на цьому проєкті, скажіть, будь ласка, ви хотіли піти? Уйти прям с проекта? Ні, піти знову хотіли, це вже... Ви знаєте, звісно, да, потому что... Но я начинаю, когда вот начинался 3-й сезон, мне даже писали комментарии в Инстаграме, что ой, ну сколько можно, почему мы видим там... До речі, як ви до критики потім розкажете, ставитеся? Я люблю эти проекты, потому что это не только просто проект, это моя работа. Я прихожу туда как на работу, и я кайфую от этого. Мне нравится заряжать людей, мне нравится обучать людей, и я сама каждый раз обучаюсь. Поэтому не ждите, что я больше не приду, я буду приходить. А як вам критика вашу адресу? Я сама, в принципе, очень самокритичный человек, поэтому критика, неважно, хороша она или плоха, ее надо правильно воспринимать и направлять все свои амбиции в нужное русло, и тогда все будет хорошо. Илоночка, а вы сами отбираете себе зирку на танцах? Чи вам же пропонуют? Нет, конечно, команда, с нами работает команда, там есть и директора, и продюсеры, и хореографы, и режиссеры, то есть все просто выбирают участников, сопоставляют, ну то есть эти люди должны быть похожи по темпераменту, внешне, рост, вес, ну потому что танцы, это же не то, что ты вышел, и тебе надо постоять рядом. Ну Юра Ткач совсем... На фоне вас. Да, Юрочка, он такой пухлик, такой Винни-Пух для меня был. Но в целом у нас была очень гармоничная пара, и вы знаете, мне иногда... С кем вам комфортнее было? Может, это некорректное запитание? Нет, вопрос нормальный. С точки зрения танцев со всеми было удобно, но когда дело касается поддержек, мне кажется, Вова Остапчук, он такой самый практичный в плане дуэтно-сценического танца. Он сильный, он высокий, он статный, потому что Юре мешала его форма. Ласточкину мешала его рост. Вове Остапчуку ничего не мешает пока. Скажи, будь ласка, як вважаєте, з ким
з ким краще, а з ким діти або зірки важче, кого навчити танцювати? Вы знаете, сложнее научить звезд и вообще сложнее научить взрослого человека, потому что у него очень много комплексов в голове. И это не дает ему расслабиться, не дает переступить через свои эмоции, эго. Потому что дети, они непосредственные такие, знаете, они открытые. С ними можно просто нарабатывать технику. А со взрослым это такое, знаете, сначала нужно пройти такую арт-терапию, психологическую, подготовить морально, эмоционально, а потом уже давать нагрузку на тело. И вот тут тяжело, потому что многие танцоры, к сожалению, начинают учить людей, не имеющих отношения, ну, в частности, звезды к танцам, как будто они всю жизнь танцевали. И для многих пар это проблема, потому что люди не готовы танцевать за неделю то, что мы учим всю жизнь. Надо идти от обратного, надо идти от бытової історії, от самого чоловіка, от лічності. Мені здається, ви всіх зможете навчити танцювати. Ну, у вас є своя дитяча школа, так? Да. А там хто займається, дітки чи дорослі? У мене там займаються всі в моїй студії, як я вже раніше говорила, від 3 років і поки танцюють. Танцевать можно в любом возрасте, и поэтому у нас есть разные танцы, и классика есть, и современные, и стритовые дисциплины есть. У нас еще там и кенго, вот этот джамп, который модный, эти кроссовки, все там прыгают девчонки. В общем, я стараюсь максимально расширить. Единственное, чего у меня нет, к сожалению, это бальных танцев, потому что на 10 девочек у нас есть один мальчик. И поэтому с этой точки зрения это не практично. А взагалі, як ви вважаєте, можна навчити кожну людину танцювати, чи це якийсь дар? Ви знаєте, бути артистом – це дар. А научить танцевать можно, в принципе, любого человека. Вопрос в том, насколько он сможет расслабиться. То есть тело, оно по себе не имеет границ. Можно и растягиваться, можно и научиться танцевать. Важны такие моменты. Уметь слышать музыку. Потому что если ты не слышишь музыку, конечно, это сложно. Вот. Уметь избавиться от комплексов и не бояться быть открытым для сцены. Вот это таких три. А с какого віку краще починати? Смотрите, с 3 до 5 лет я называю такую категорию деток «мамы на радость». Ну, потому что в этом возрасте они бессознательные, они не дисциплинированы. Это такой детский танцевальный садик. Но чем это хорошо? Если они в 3 пришли, то в 6 лет, если они до этого 3 года дожили, так сказать, дотерпели, и мамы, причем и дети, то в 6 лет они уже готовы воспринимать более серьезную информацию, танцы, они понимают, что это требовать должен педагог, что это дисциплина, что это нелегко. Вот я своим детям и всем своим педагогам в студии говорю, мы не аниматоры. Мы не развлекаем детей. Ну, то есть, мало ли, знаете, некоторые родители приводят деток и говорят, ой, ну, чтоб вот эмоции, она там побегала, в ней много энергии, ну так ведите ребенка, не знаю, на детские какие-то развлекательные батуты, пусть попрыгает, побегает. Мы все-таки больше относимся к обучающей студии, и хотелось бы видеть результат. А вы бачите у своей доньки уже? Да, она у меня, вообще у меня гиперактивный ребенок, я понимаю, вона конечно, пишается, в кого. Мама, вона вже розуміє, що це телебачення, телеекран, да. Що мама поза екрану. Да, она каждый раз говорит, я поеду к маме на работу, она четко разделяет, где мама на студии, где там 12-й павильон ВДНХ, она всех партнеров наизусть знает, она уже приходит, говорит, так, Вова, что вы будете танцевать? Она четко вообще, даже вот был такой момент, мы занимались у меня в зале с Вовой, и она при этом тоже приходит на танцы в студию, но ее тренирую не я, а просто тренер, потому что если мама тренирует, это сразу да, занятие, все. И она пришла, ему говорит, Вов, ты не так делаешь, вот посмотри. В 4 года она решила Вову научить танцевать. Ну, я думаю, задатки педагога в ней точно есть. Іваночка, кто вас надихает, до речи, на номер? На постанову номера. Що і хто? Ви самі створюєте його? Є якісь номера, які ми прям делаем самостоятельно, ну, именно я делаю. Є якісь номера, які ми рішаємо з командою, да, то есть є тоже команда режисерів, є определенные теми ефірів.
есть определенные образы, я знаю, как я хочу раскрыть партнера, с какой стороны и в каком жанре, да, там лирика, драма, сатира, герой, вот, поэтому я себе правильно расставляю приоритеты и стили, в которых я бы хотела показать своего партнера. И по-разному, неделя на неделю не похоже. Где-то сама, где-то с командой, где-то как получилось. Но в основном все равно 80% из 100 делает дальше танцор со своим партнером. И останнє запитання. Як ви пріоритети розставляєте по життю? Ви лідер на танцях, ви лідер як жінка, хореограф, але є чоловік, є виховання доньки. Яка ви в сім'ї? В сім'ї я стараюсь бути взагалі, як я себе називаю, безхребетною. Безхребетною, без стержня, але це дуже тяжело. На самом деле для мене це є зараз основною проблемою, наверное, сказать, по жизни. Работа над собой. Сама да. Наиважче. Потому что везде, как вы правильно сказали, руководящие какие-то должности. Да. И прийти домой, нужно одеть комнатные тапочки, увидеть мужа и сказать, да, зая, все, извини, пожалуйста. Да. Ну или там что-то, быть хрупкой, мягкой. Вот. С ребенком не проблема, так получается. Потому что я ее вижу очень редко. И мама вообще готова на любые просьбы своей дочери. С мужем... Но он меня понимает, и поэтому он каждый раз у него знак весы, поэтому он меня замечательно уравновешивает. Дякую дуже. Ілоночка, я вам вітаю, вас вітаю, що ви прийшли до нас. Я бажаю вам перемоги втретє. Ми будемо за вас вболівати. Нашим глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру була Ілона Гвоздьова, це хореограф, це переможниця танцювального шоу. Також нагадую, що ми в прямому ефірі програми «Важливо про». І дуже дякуємо магазину «Солг» за наданий одяг. Зустрінемось за мить. Продовж години з нашими гостями ми проаналізували, як можуть журнали впливати на нас та секрет їх популярності. Хто контролює благодійників в Україні та що надихало відомого хореографа, щоб пройти нелегкий шлях на паркеті до перемоги у танцювальному шоу. Я ж Марина Шевлюга, прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось о 16:00. Бережіть себе.